Посиди, 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 не спеши. И встань, подержи ее. Посиди, 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 посиди. Александр Сташук, 127 килограмм. Третий заключительный подход. Посиди, 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 посиди. Покорите ворота. Подержи, подержи, постой потихоньку, с ноги поставь. Где штатный стоп Александра Тимофеева, Павел Вишневский. Стой потихонечку, ноги потихонечку. Стой! Ты что, не можешь держать, что ли, я? Потише, подержи ноги потихонечку, поставь и постой.
Потихонечку, потихоньку, потихоньку. Вес защита закончил 145 килограммов, готовится Дрогину Сергею. Постой, постой, ноги. Вызван. Александр Тимофеев. Второй подход. Александр Тимофеев выступает на своей категории до 91 килограмма. Готовится Дьяков Павлов. На шатыре возьми, Саня. Постой, постой, ноги поставь.
постель. Стоп, потихоньку. Оп! Блестяще поставил удар. Закончил свое выступление от борьбы с весовой категорией до 83 килограммов. Победителем Кубка и чемпионата Москвы стал Павел Яков, мастер спорта. А деньги? Второе место с результатом 140 килограмм.